«Мои родные первокурсники» – так с порога называет ребят директор Раменского колледжа Наталья Кузеева. В большую дружную семью учебного заведения в этом году приняли 500 ребят. Мы накануне больших таких значимых дат. Это день профессионально-технического образования. В 1939 году, 2 октября, Иосиф Виссарионович Сталин подписал указ о создании школы рабочей молодежи. Это профессиональный праздник системы профессионального образования. На сегодняшний день система среднего профессионального образования. Для вас открыты двери WorldSkills, конкурсов, творческих мероприятий, ярких праздничных концертов. Все двери открыты перед вами. Вперед, студенты, первый курс. Ты студент, а это значит, выбрал ты свою профессию. И теперь твоя задача на отлично сдать все сессии. Получить багаж и знания, стать самостоятельным, чтобы получить признание в жизни обязательно. Просто потрясающе. У нас очень замечательный колледж. Мы ему очень сильно благодарны. Вот уже 1 сентября, когда ты только заходишь в колледж, уже прям ты чувствуешь, что ты студент, это новый этап в твоей жизни. День посвящения в первокурсники организовали в одном из лучших залов города, во Дворце культуры имени Воровского. Ребятам предстоит в ближайшие годы освоить ряд программ по специальностям в областях электроники, радиотехники, машиностроения, экономики и пожарной безопасности. Мне очень хочется пожелать, чтобы действительно они были запоминающимися, чтобы помимо того, что вы приобретете профессиональное мастерство, вы обязательно приобрели новых друзей, с которыми пойдете по жизни. Вы обязательно встретили свою любовь. Вы действительно определились в выборе профессии и утвердились в том, что ваш путь правильный. Студенчество, ты вроде бы уже не ребенок, вроде бы еще не взрослый. Ты к чему-то стремишься, но в то же время у тебя такая беззаботная пора учебы, поэтому студенчество, несомненно, это золотая пора. Учитесь, стремите, дерзайте. У вас все впереди. Поверьте мне, нет тех высот, которые вы не сможете взять, нет тех задач, которые вы не сможете решить. Все только в вас, поэтому вперед. И желаю вам все, чтобы у вас получилось, все, чтобы вам удалось. Ваш невест! Пожарное дело, как верный парней! Пожарное дело, спасение людей! Пожарное дело, слава и честь! Пожарное дело, так было и есть! Зачеты, экзамены, курсовые, а потом и дипломные выпускные работы. Сведения обо всем этом будут постепенно вноситься в особый документ – зачетную книжку. Каждый первокурсник Раменского колледжа получил ее сегодня. Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».